Решить проблемы команды и сплотиться ради победного результата. И не на футбольном поле, а на поле боя. Прибегнув к современной тактике налаживания атмосферы в коллективе, Игорь Рахаев решил вывести своих подопечных на пейнтбол, чтобы ребята смогли отвлечься от футбола и проявить все свои командные связи совсем в другом виде спорта. Немножко отвлеклись от футбола, потому что последнее время как-то чуть-чуть результаты не прибавляют всем настроения хорошего, но постарались чуть-чуть сплотиться и чуть-чуть поднять себе настроение. Облачившись во всю необходимую амуницию и получив на руки оружие, футболисты поделились на две команды по 7 человек – желтых и синих. К одной из них даже присоединился тренер вратарей нашего клуба Андрей Кудымов. По словам директора пейнтбольного клуба, обе команды действовали слаженно. Сразу видно – спортсмены, профессионалы. Ребята очень позиционно играли. Это правильно, командная игра, футбол, пейнтбол – это все командные игры, конечно. Очень хорошо играли, слаженно, сразу видно, что коллектив очень хороший. Сама битва длилась около часа, причем за это время команды успели провести 4 сражения. В первом победителем вышел Юсуф, который в конце битвы, оставшись один на один, был точнее Сергея Пшеничных. Во второй уже команда «желтых» праздновала победу. Третье и четвертое задания проходили по одной местности и отличались от первых двух. Задачей одной команды было защитить постройку, другой – ее захватить. Итогом этих двух раундов, в которых некоторые из игроков, кроме автоматов, успели применить и гранаты, также была ничья. Интересно, подвигались и такое, захватить ее, там, пострелять, ну, прикольно. И застреливал, и меня застреливали, так что все нормально. Очень здорово, что ребята решили нас посетить. Действительно, очень спортивные ребята, играли замечательно, задорно, весело, настолько спортивно, что я даже не ожидал от них такого задора. Все ребята после такой необычной тренировки выглядели довольными и еще долго спорили о том, кто все-таки лучше выглядел на поле брани. Но каждый отмечал, что нужный эффект достигнут, немного расслабиться команде удалось. Постреляли, отвлеклись немножечко, разгрузились, я думаю, что это пойдет на пользу команде. Пользу от этого мероприятия каждый из 12 тысяч болельщиков смог ощутить уже в игре с запорожским «Металлургом», когда, несмотря на пропущенный мяч, игроки «Металлиста» смогли вырвать такую нужную победу во многом за счет волевых качеств и веры в партнеров.